Вы смотрите видео об отеле Flora Garden в САС, старое название Club Mersin Beach. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Flora Garden в САС, старое название Club Mersin Beach, расположен в стране Турция в регионе Кушадасы и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 84 километра от аэропорта Измир, 5 километров от поселка Давутлар. Территория гостиницы занимает 10 тысяч квадратных метров. На территории отеля имеется один ресторан, два бара, один открытый бассейн с морской водой, один теннисный корт с жестким покрытием, центр таласотерапии, спа-центр, услуги врача, обслуживание номеров, беспроводной интернет в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар платно, сейф платно, душ, фен, телефон, керамическое покрытие, балкон, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров – 160. 160 стандарт rooms, 20 квадратных метров. Garden and Mountain View, максимум 3 плюс 1 человек. Main Building, Garden Building. 8 connection rooms. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть: общее количество бассейнов – 2. Тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, бильярд, водные лыжи, каноэ, виндсерфинг. Развлекательная программа, вечерняя анимация, спортивная анимация. Дискотека, да. Дополнительные услуги, ТВ-комната, игровая комната, медицинские услуги. Также бесплатно доступны сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, футбольное поле, поле для мини-футбола. Развлекательные программы. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд, каноэ, катамаран, дискотека. Для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет, услуги няни платно, по запросу, детское меню, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы, песчаный пляж, да, шезлонги, да, солнцезащитные зонты, да. Год постройки гостиницы – 1997, год, когда был сделан последний ремонт – 2009. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.